Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Xiaomi Mi 11i. И в этом видеоролике мы вам покажем, как выйти с recovery мода на данном устройстве. Нам нужно выбрать пункт Reboot с помощью кнопок громкости и с помощью кнопки питания его выбрать. И еще раз нажать Reboot to System, после чего наш телефон будет перезагружен. После этого наш телефон был перезагружен. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!